Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас прицеп NIFAS 2004 года выпуска в рабочем состоянии. Сейчас поближе посмотрим его. Прицепное устройство в порядке, без швов. Борта не гнилые, есть местами подварки, но не критично. А вот здесь вот немного есть гнило у нас. Так, в одном месте. Резина, скорее всего, под замену. Где вин-код есть трещина. В корне усилена. Гидроцилиндр немного подтекает. Состояние другой резины от заднего колеса. Так, сейчас еще с другой стороны посмотрим колеса. Если есть интерес приобретения данного прицепа, можно его продать в любой форме. Кредит, лизинг, наличный, безналичный расчет.